хорошая наклонность коробочки на одной линии подбородка, как положено по стандарту. Очень правильная голова у девочки. Прекрасная длина хвоста, вот для данного формата туловища. Крепкие конечности. Очень красивые желто-зеленые глаза и серьезный брутальный взгляд лесной кошки. Ой. А волку-то звезда горит. Звезда горит. Красная, такой огонечек, пламя. Надо отметить, что белого не так много в окрасе, но он великолепно симметрично закрыт на конечности, на лицо животного, на грудочку. И очень украшает, освежает. 6 штук. О, какая же просто невозможно. Великолепно выражен порода образующих признак. Прекрасно, устойчивая психика. Я так подозреваю, что она до вечера может лечить голову. Да. Как дедочка. Прекрасная девочка, очень хорошая, холеная, с достаточной мышечной массой. Сейчас мы улыбнемся к фотографу. Такая прекрасная вот голка. А это чуть-чуть. Мощная, доплотная девочка. Я хотела еще гречку с гуляшом. Невероятно красивые, насыщенного цвета голубые глаза, равномерно прокрашены. Мощные конечности. Обиженный взгляд. Обидела. Ой, какая мне нравится. Она очень старается показать свою харизму, свой шоу Денвера. Ну, вы же понимаете, аборигены, они есть аборигены. Они серьезные, они такие. Прекрасные пропорции головы, плавные контуры головы. Хорошо, хороший язык. Отсутствующий взгляд такой. Правильный поставок. Как раз белый является данной породе коробка 6, закрытая по линии спины, прибегающая с великолепным диким. То есть окрас 6. Это, конечно, первый белый. Очень резвый. Великолепный растянутый корпус, длинный хвост, клиновидная голова, великолепные выразительные глаза. Это сложно. Очень мощно, на вид он кажется таким элегантным, гибким, тонким, звонким. А на самом деле очень сильный котик. Очень сильный. С хорошей рукой крупной клеткой, с великолепным хвостиком. И как в санке запрячь полинетную бедное русло. Да. Снимайте скорее ее. Великолепный клин головы. Великолепный клин головы. У нас красивые ушки, продевающие клин головы широкие основания. Невероятно красивые глаза, ясные, выразительные. Мы летим. Ох, как мы не любим конкурентов. Ох, как мы не любим конкурентов. Никого нет. Ты единственный, самый красивый и неповторимый, с сильным подбородком, с хорошими красивыми скулами, невероятно красивыми ясными глазами. Ты просто суперный, очень упитанный, добротный, холеный. Самодостаточный джентльмен. Вот так вот. А тяжелая, крупная голова круглой формы, с хорошо наполненными щеками и брутальный взгляд. Ну, правда, у него взгляд еще детский, потому что головочка еще продолжает формироваться. Невероятно красивые, насыщенного цвета желтые глаза. Такие они янтарные, я бы сказала. Зацветают медь. Мощный корпус, широкая грудная клетка, крепкие конечности для дачи щечки. Да я не буду трогать, не буду. Какая крупная голова, не знаю. Какой весь добротник, тоже один. Никого в этом мире больше нет. Очень красивый рисунок. Мрамор шикарный, классический мрамор. Очень много данной породы отдается на текстуру. Пала в стандарте отдается на текстуру шерсти и на рисунок. Великолепная короткая шерсть, набитая, брушевая. Молодой человек, вы как-нибудь уже это, удостойте нас. Можно за хвостик потрогать?
А можно за лаву? Ничего нельзя сказать. Отстань. Не трогай. Ну просто как статуэт. Серьезным руками взгляд. Недовольно надутые щечки. Вот так вот. Сай пришел. Так и будет. Да? Так и будет. Да. Извините, пожалуйста, мы весь наполнены. Для данного формата конкурса великолепная длина хвоста, хвостик наполнен, британский правильный, не бодайся, не бодайся. Смотрите, какая хорошая наполненная голова. Для года великолепно развит по возрасту. Разве ж можно быть таким вкусом? Скажи. Это первая улица, наверное, первая. Ну ничего, дальше пойдет мерч. Великолепный представитель породы должен быть чемпионом мира, а вы как хотите. Все. Да. Но надо чаще выносить на рюкзак.